Добрый день, канал «Ленивая путешественница». Мы в Протарасе, 3 февраля 2022 года. Сегодня день волн. Это такие мощные идут волны. О, что делаете? Ветер. Прям такое вступление здесь, моря. Огромные волны. Это точка, в которой работает здесь ресторан, сейчас закрыт. И здесь вот видно, летом кафе располагается. Пойдем пройдемся после волн. Рядом Зефирос, это парк, детская площадка написана. Сейчас она вся убрана, законсервирована. А в сезон здесь, наверное, идет веселье для детишек. И променад дальше продолжается. Там все законсервированы, горки, все. То есть это детская площадка. О, стихия сегодня делает. Похоже на океанские волны. Карусельки. Здесь это можно ребенка развлечь.